За ним мы сегодня и ехали. Вот она, первая пуночка. Да? Пока сетку собирали, здесь что-то навтыкалось. Целая стая. Сейчас свиристели. Всем привет. Сегодня выбрались на ловлю. Можно сказать, открытие сезона. Я в этом году первый раз. Цель у нас сегодня щуры, пуночки, клесты. Взяли с собой еще чижей, щеглов, но это так. Будут, значит, будут. Сейчас место вам покажу. Вот с этой стороны у нас облепиха растет. Это все облепиха. Вот с той стороны ранетка. Там ранетка, там щур. Щура немного, но есть. Уже слышали. Еще синего снегиря бы поймать. Но у нас нет приманного. Так на записи прилетит, пойдет, будет очень хорошо. Так, снегирь есть. Снегиря немного. Вот первая птичка уже попалась. Сейчас пойдем посмотрим, кто это. Пока настраивал колонку. Мне кажется, чижик висит. Вот он, самчишка. Сетка, 17-я ячейка, говорят, чижи пролазят. Вот он, чиж. Вообще красавец. Пойдем. О, реально пуночка. Ну вот, пошли первые птицы. Иван ехал за пуночкой, ему пуночка прилетела. Блин, ну на, подержи тогда. Давай. Белая с той стороны. Сейчас я обойду быстрее. Вот она, первая пуночка. Сетка, кстати, белая специально. Эту птицу брали. Ой, отличная. Вот эта птица. Очень красивая. Кстати, перья надо убирать всегда. Сеть 30 метров, такая невысокая, и два манка здесь, и сама пуночка манная. Ну это старая уже, вот птица. Здесь еще должна быть вторая пластика, она так закрываться, здесь первая. Бинокль у нас здесь. Это уже еще попался у нас на сетку, которую пуночек ловим. Так, с той стороны опять же. Так, сетка вся провисшая, птица все равно ловится. Ветер. Ну, просто буреха.
А вот что-то. Щуры подлетали, сейчас глянем. О, так вот они висят. Вот он один щур. Вот второй. Такой уже рыженький. И снегирь, и два щура. А. Улетел, значит. Не хочет улетать. Рыженький. Дочки. Это еще рыженький. Это самочка, смотри какая. Все, пусть летит, да? А зачем? Самочка? Ну, конечно, нафиг. Пусть она дальше. Пусть. Или рано. Давай рано, потом будет. Потом отпустим, иначе она уведет. А, держи, за собой. Да, уведет, и все, потом кто-то придет. Да, пойду, скорбь. Тут переставь. У меня руки. Вот щур молодой. Самочка щура. Это самец. Прилетал один красный, прям малиновый, манок у нас. Еще несколько вот таких, 4 ушло, в том числе и красный. Сейчас пока их отсадим, потом отпустим. Потому что если сейчас отпустить, они могут улететь и увести за собой того красного, за которым мы приехали. Поэтому пока что их садим, в конце ловли все отпустим. Ну или вон он чур около нашего манного сидит. Начал подниматься. Не знаю, видно, нет на камеру. Сетку увидел. Так бы врезался в нее. Поймался снегирек такой. Тебе нужен он? Да у меня еще наловил, у меня дом. Ты мне тоже не надо. Ну все, лети, лети. Что взял? Мешок, блядь. Ты можешь не гнить, блядь. Чей куда надо? Да ну, Залавливай, блядь. О, вон еще висит на той сети у нас. Да, его туда, вон. Не, я говорю, в той сетке висит. Вон, видишь, второй висит. Второй висит, вон там. А, висит, да? И этот тоже. Но они ведь все самки. Вот, 17-ю ячейку. Он там просто лежит, получается. Он мне подходит. Это самец, ну вообще молоденький прям. Вряд ли в эту сетку попался еще один. Они надо отпустить его. Вон обосрал. Хранит. Че, сразу отпустим или пусть пока сидят? Ну вон, иду, да, а потом отпустим. Ну давай, мне тоже не нужно. Мне только красного надо. Одного взял там. Красного, чтобы на пару не пиздели. Да блядь, вон. А ты сейчас отпустишь? Они же уведут, конечно, все. Уведут.
искать дырку. Вот сюда, в куст, чтобы, не дай бог, не поднялся. Вот ты только мясо, ты все. Сам забайся, сам туда. Вот трухляшек сейчас наберу за фобусом, дом ученику. Здесь сразу с ходами уже. О, это синица. Да, я посмотрю. Вот оно с этой. Куда без них синица у нас? Пускать ее нельзя здесь. Вот как птицу выпутывать. После головы палец большой ставишь и тянешь обратно из сеточки. Из люка. Ну, как тебя выпускать теперь? Если его сейчас выпустить, он отсюда никуда не денется. Придется его до конца ловли куда-нибудь убирать. Что, попробую, отпущу его. Не запутается. Так, чечка и кубик. Вот почему я говорил, надо оставлять его. Он опять залез. Чёточка теперь есть. Собаки, да. Слышишь? Да. Зайца гони. Здорово. И как у него сделана сетка с такими кембриками, чтобы не сползала. Натянула она мне вверх, мне вниз, снизу. Белая сеточка. Пока сетку собирали, здесь что-то навтыкалось. Целая стая. Так, сейчас посмотрим. Здесь оба свиристельки. Свиристель раз. Свиристель два. Снегирь. Вон он, Ваня. Вон. Да, красавчик. Да. Ага. Дождались его. Дождались? Малыш мой, Ваня, блядь. Ура. Давайте сейчас отпустим всех. Так, а где у меня? Ну-ка, смотри меня. Игорюха, иди свирели, надо, блядь. На, сфотай, Ваня, меня. А я не умею. Ты просто вот на кругляшок нажми там. Ага. За ним мы сегодня и ехали. Место освобождаем. Вот рыженький. Вот беленький. Вот еще рыженький.
Шура, Шура. А зачем он? А все, улетел. Сейчас отпущу. Вот чудик. И вот. Сейчас свирестели. Только что, мы же разговаривали, что выпустим, когда придем. А я не слышал. Давай, давай, лети немножко. Вот. Ну, полетела. Ого. Я-то не слышал. Мы с тобой разговаривали, что в конце ловли отпустим всех. Не, он тогда подходил-то нахуй, говорит, отпускайте. Так, свирестелька. Вот она. Сниму на телефоне, отпущу. Отлично, щура и чижика. Собираемся домой. Все так вот эти всякие палочки обязательно надо убирать. Листов сегодня так и не было. Зато щуров было много. Чижик здесь. Щур. Да я не знаю. Нет. Да я вообще не знаю. Заснял, нет, когда этих свиристелей целая куча. Может быть, не включилась камера. Ты чечу выпустил? О. Печка. Вот он еще малиновый, хороший манный. Чижик. Кстати, очень хорошо манил, хоть он молодой вообще, очень. Этого нет, этого нет. Нигирь, самочка. Да. Да нафиг она нужна? Я серого хотел. А ты хотел забрать?